Добрый день, сегодня 8 ноября 2023 год, Краснодарский край. Я нахожусь на поле, где выращиваю цветную капусту. Слева от меня гибрид Авендоли. Я уже гибрид показывал, как он рос, какие были там проблемы у нас. Сейчас он подошел к уборке. У нас идет уборка, вот убирается у нас одновременно выборочно и Авендоли, и с правой стороны капуста Freedom. Всем она вам тоже знакомая. Убирают и Freedom. Готовность Freedom, естественно, выше, потому что гибрид более жаростойкий, в жару, вы все знаете, он хорошо вегетирует. И давайте посмотрим, как выглядит на сегодняшний момент у нас Freedom. Видно, у нас проблемы от моли были погрызаны. Вот так вот сейчас выглядит головочка. Она, цвет, конечно, у нее, ну, скажем так, не совсем белоснежный, но он и не кремовый. Вот она у нас еще одна. Вот еще одна. Вот еще одна. Причем, да, можно сказать, это крайний ряд. А что дальше? Дальше то же самое. Вот она у нас. Вот она рядом. Вот давайте срежем даже вот эту головку. Посмотрим на ее массу. Она у нас не разваливается. Она у нас целая. Сейчас капуста убирается на переработку, поэтому просто что, какую массу получает фермер сейчас. Так, где у нас весы? Вот зацепи. Нет, она отломается. Нет, прям в день вот. Угу. О. Так, ну что, 3 килограмма у нас масса. Практически 3 килограмма. То есть 3 килограмма вот такое вот соцветие для переработки. Freedom. Вы, конечно, можете убирать. Подержись еще. Я его сниму и положу даже в багажник, уже не нужно. То есть его можно убирать спокойно. Вот такое, вот такого размера. Здесь вес будет 1,7-1,8 килограмма. Я считаю, что так можно убирать его и для свежего рынка, и для переработки. Рядом у нас Авендоли. Авендоли имеет винт. Винт, конечно, не такой, как у поздних капуст. Но тем не менее, если мы вот так раздвинем, у нас соцветие закрывается. Вот рядышком, то есть вот он винт, потом он дальше раскрывается. Давай дальше туда пойдем, в ту сторону. Вот она у нас, то есть закрытая, но вы можете уже резать. Давайте посмотрим массу этой головки. Ну, я думаю, что вот это будет самый товарный вид. Вот такой, да? Товарный вид же. Очень товарный. Даже, ладно, можно еще вот эти два листика убрать. Вот. Прекрасное соцветие. Закрытое, белоснежное. Давайте посмотрим на массу. Я думаю, полтора минимум. Два килограмма. Ну, шикарно. Я считаю, что шикарно. 2 килограмма соцветия. Посмотрите. Ну вот, вот так вот его можно даже продавать. Плотные соцветия. Я даже не могу их сжимать. Абсолютно плотные. Белые. Идеальная капуста. Причем срок вегетации у капусты, видите, она не сильно отстает от Freedom. Готовность практически одинаковая. Freedom где-то дней 4-5. Разница, он был высажен раньше, чем Авендоли. Но если работать на свежий рынок, эта капуста у нас уже готовая. Подержишься? Вот она у нас закрученная. Не такая дружная, да, вопросов нет. Не такая дружная, как Freedom или 5777. Вот она, посмотрите.
все, ее можно уже резать. Ну, в принципе, она вся такая вот, покажи дальше. Вот она, даже можно с таким винтом ее закручивать. Здесь уже 1,5 килограмма однозначно есть. Вот. И белая, даже открытая, на нее падает солнце, но она не кремового цвета. Гибрид Авендоли. На мой взгляд, для тех, у кого не так много опыта выращивания цветной капусты, но хотят гибрид, чтобы он немножко был закрытый, есть смысл выращивать Авендоли, потому что, да, действительно, гибрид закрывается, немножко по срокам уступит Фридому, возможно, не наберет той массы, которую может набирать Freedom. Freedom, я показывал, головки есть и 4 килограмма, и все равно переработка принимает эти головки, потому что соцветия все равно плотные. Вот. Пожалуйста, вы можете выбирать либо Авендоли, либо Freedom, без разницы, в каком регионе вы находитесь, уверен. И Волгоград, и Курск, и Белгород, у вас получится и Авендоли, и Freedom. Без каких-то либо проблем. Спасибо.